рад всех приветствовать. Светлый для вас день, праздник. Первым коллег поздравил начальник межмуниципального управления МВД России Щелковское Владимир Катков. К нему присоединились заместитель главы городского округа Щелково Виктор Семин, депутат Мособлдумы Владимир Шапкин, председатель Совета депутатов нашего округа Мария Тарасова, а также заместители глав Фрязина и Лосина Петровского. За 88 лет эта служба название меняла много раз, но суть остается прежней. Это безопасность на дорогах, это соблюдение правил дорожного движения. И в любое время, день, ночь, слякоть, дождь, снег, сотрудник ГИБДД всегда на посту. Это первый человек, который приходит на помощь нашим жителям. И хотелось бы сказать слова благодарности и от главы городского округа Щелково Андрея Алексеевича Булгакова, и от себя лично. Спасибо им за труд, за профессионализм, за самоотверженность, за то, что они выбрали именно эту профессию, а эту профессию просто так люди не попадают. Виктор Семин также добавил, что профессия госавтоинспектора сопряжена с риском. Своим самоотверженным трудом, верностью долгу и присяге они обеспечивают порядок на дорогах и безопасность людей. За достижения в сфере укрепления законности, правопорядка, обеспечения безопасности дорожного движения лучшим сотрудникам он вручил благодарственные письма главы городского округа Щелково. Собравшимся напомнили, почему именно 3 июля считается датой создания госавтоинспекции. Это было требование времени. 88 лет назад в Советском Союзе все большее значение стал приобретать автомобильный транспорт. Развитию дорожного хозяйства также уделялось особое внимание. Государству потребовался надежный механизм управления и надзора за дорожным движением, а также эксплуатации автопарка. Постановлением Совета народных комиссаров от 3 июля 1936 года было утверждено положение о государственной автомобильной инспекции Главного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД Союза СССР. Дата стала днем рождения госавтоинспекции. Благодарственные письма Мособлдумы на празднике вручал Владимир Шапкин. Сотрудники несут свою службу с честью и достоинством, справляются со своими задачами. Основная и главная цель – это недопущение смертности и пострадавших на наших автодорогах городских округов Щелково, Лосино-Петровский и Фрязино. Мы прикладываем к этому все усилия, надеемся на понимание со стороны граждан, на обратную связь от граждан и всегда готовы прийти на помощь. Благодарственные письма глав Фрязина и Лосино-Петровского вручали их замы Надар Бащеван и Иван Бурнакин. Награжденные автоинспекторы получили также памятные подарки. Анна Наприенко, Сергей Василевский, Ярослав Трубин, Щелковское телевидение.